Вот выхожу, буду сегодня снимать. Солнце, мороз. Минус 10, минус 12. Ночью, конечно, покрепче было немножко, но сейчас совсем классно. Сейчас покажу вам речку. Вот такая картинка. Первые рыбаки уже пришли, там сидят. Это такая заставка классная. Да, тут импровизация. Ну, вы так немножечко обнимитесь. Молодцы, на солнышко. Вот так. Красивые ребята. Все, спасибо. Можно кадр сделать? Конечно, сейчас. Юра, вот туда сними. Секундочку. Вот туда. Сейчас и сделаем. Это сними все, вот это сними, все сними. Прямо вот сейчас еще одна попытка. Так, пока у нас и подготовка, это называется сумица. Наша славянская. Юра, секунду, сейчас уйдут. Это среднее между стрелой и копьем. Ближе подходи, крупнее сниму. Среднее между стрелой и копьем. И копьем. Называется сулица. Сулица. Наша древнеславянка. Держите уже неправильно. Вот нужно, да, нужно взяться. Следующее движение. То есть одна ножка у вас должна быть чуть впереди. Отлично. Ага. Вот, хорошо. И должны вытянуться туда полностью и открыть просто руку. Ни в коем случае запястье не должно работать. Запястье должно быть мягким. Хорошо, попробуем. Пробуем. Отлично. Прям чуть еще вытянуться и добавить стабилизации того, что именно точку поставить. Отлично. Ну теперь топор осталось. Попробуй. Да, кадр сделаем. Вперед, ага. И как будто разрубаем дрова. Ага. И вот открываем ручку. Пробуем. Ага. Пожалуйста. Нет, чуть подальше. Левая нога должна быть вот на этой зеленой полосочке. Все, отлично. Да. Пробуем. Отлично. Ё-моё! Ты видел? Ну спасибо! Так, пойдемте фото сделаем там. Пойдем. Топором. Топором. Удивительно. Нет, это официальный вид спорта. Уже с 2019 года приходится разряды, проводятся соревнования. Это знаете что? Это потому что он отлично. Как его зовут? Михаил. Михаил, меня Евгений. Михаил – отличный инструктор. Сегодня кто не будет сюда приходить, все будут попадать. Обязательно. Все. Спасибо, Миш, спасибо. Все, пожалуйста. Ютуб будешь. Да, спасибо. Вот, мы являемся региональным представителем Международной Федерации метания ножей и топоров. Серьезно? Да, да, мы в Тамбове развиваем этот вид спорта вот уже на протяжении года. А кто вы? Кто еще? Вот моя супруга, мы двое тренеров. Как зовут супругу? Тамара. Тамара.